Так, проверим мою реакцию. Окей, так, для зелья нестойкости нужно вот это. Так. Отличненько. Так, а сейчас я буду делать зелье отравления. Вау! Зелье силы! Где мой меч? Где мое зелье регенерации? Ребята, сейчас мы с вами наварим зелье из грибов. Так, хорошо. Так. Спрайт. Офигеть. Воу. Чуваки, шо это за капец? Офигеть! Вау! Нет! Что с моей головой? Она стала квадратной! Ребята, я в Майнкрафте! Весь мир — это игра? Не может такого быть! Вся моя жизнь была ошибкой! О, господи, что здесь происходит? Откуда здесь... Интересно. Вау! Я ломаю 4-ю, нет, 8-ю, 16-ю стену. Что тут происходит? Капец, ребята. О, здравствуйте. Так, ну что, посмотрим, что у нас там. Ух ты, что это у нас? ТНТ, неплохо. Знаете что? Теперь мне не страшны гриферы, потому что я сам стал грифером. Кирка? Ну, кстати, ребята, неплохо. В принципе, можно будет сходить в шахту. Меч из рога единорога. Ну что же, отправляемся в ад. Воу, интересненько. Ух ты! Лук со стрелами? Неплохо. Кирка, да буду весь кварц в аду. Воу, глядите сюда, ребятки, это же динамит. А, тут было открыто. Ну ладно. Ну что же, подходите по одному. О, нет, только не Блейзы, нет! Фу, жарковато что-то стало в аду. Ну что, поехали? Только попал в ад и уже нашел кварц. Неплохо. Воу.
Ну что ж, ребятушки, пойдем добудем первое дерево. Ух ты, ребятки, вот мы и добыли первое дерево, давайте сразу же скрафтим верстак. Так, значит, окей, чуваки, берем бревна, кладем, выкладываем доски и получаем верстак. Воу, ребята, кажется, мы нашли камень. Можно будет скрафтить себе целую каменную кирку, а может и две. Да, ну что, давайте покрафтим. Ничего сложного, две палочки и три камня. Ух ты, отличненько, ну что, погнали в шахту? Первый алмаз. Ну что ж, ребята, у нас есть алмазы. Теперь можем скрафтить алмазную кирку. Вау, но здесь все абсолютно точно так же. Две палочки, три алмаза и... Супер, еще и на меч хватило. Уголечек? Офигеть, ребята, это же самые настоящие изумруды. Давайте скорее их добудем. Чуваки, наконец-то я нашел деревню! Смотрите, что у меня для вас есть. Изумрудики. Так, а ну проваливай отсюда со своими изумрудами, ты меня понял? Нет, я буду драться, я буду драться. Ну давай, попробуй! Иди сюда, ты же смелый такой, давай! На, получай, получай! Ах, блинский блин! Да ладно, откуда вы все здесь взялись? Ё-моё, чёрт с вами! Погодите-ка, а это чё такое? Вау, нифига себе! Это же зомби-гигант! О, круто! Ну что ты сюда пришёл? А ну-ка, чё смотришь? Проваливай отсюда! Да-да-да, чувак, именно ты. Давай, вали отсюда. Мне кажется, я не смогу одолеть такого гиганта моим маленьким мечом. Давайте скрафтим алмазный. Так, окей, значит, берем два алмазика и палочку. Ну вот это уже другое дело. Ну что, здорово, я вернулся. И что ты тут делаешь? Проваливай отсюда, это моя территория. Ты такой смешной. Понятно. Ну, ты сам напросился. Чего? А почему его не берет мой меч? Эй! О, я сейчас тебя съем! Да что за фигня? Короче, к черту этого зомби-гиганта. Вау! Не ожидал увидеть здесь данж. Вот это да! Ребят, у меня никогда не было такого меча. Теперь я точно думаю, что смогу победить того зомби-гиганта. Ну что, здорово. О, нет! Да ладно, с одного удара? О, да! Я добыл столько дерева! Теперь я смогу построить себе новый домик! Отлично! Так, а теперь нужно скрафтить алмазную кирку. Ух ты! Неплохо. А почему бы нам не отправиться в ад? Оба-на! Отличненько! Я думаю, этого будет достаточно. Сейчас мы пойдем строить портал в ад.
спать в аду. Черт! Адский блок! Отлично! Да буду здесь кучу адских блоков! Вау! Классненько! О, черт! Блейзы! А, здравствуйте! Чё я с вами разговариваю? О, чёрт! А, чёрт! О, чёрт!